Иванова потрясло еще одно громкое дело. Сергей Жубаркин и два его заместителя задержаны по подозрению в мошенничестве. Проводятся обыски в здании администрации Ивановского района и в квартирах у подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. По предварительной оценке, ущерб, причиненный главой администрации Ивановского района государству, составил 1 миллион рублей. Установлено, что за 3 года противозаконной деятельности Сергей Жубаркин и два его заместителя осуществляли хищение земель, входящих в состав подведомственного им Ивановского района.